цікаўнасць да даўніны караніцца бадай што ў самой натуры чалавечай. Жыццё ж кароткае, і пакаленне змяняецца пакаленнем. На змену іншаму пакаленню прыходзіць наступнае, і так перадаецца вопыт і здабыткі духоўныя, і гэткім чынам чэцца і нітка часу. І як зачараваны, раз за разам па гэтай ніточцы спрабуем прыпыніць неахопны час тут у лясным фальварку зялёнага гаю, дзе аўтэнтычныя беларускія хаткі, кемліва выратаваныя ад знікаючых вёсак з спадаром Сяргеем Хмілеўскім, як заўжды незбачным, атабарылі граджані. Хто збег ад шумлівай урбанізацыі, а хто з цікаўнасці да дзіўных насельнікаў, якія, здаецца, спасціглі і захавалі спрадвечную мудрасць для нас, непамятлівых, і вось так ветла гатовы пачаставаць смачнымі сакрэтамі ведамі. Сейчас попробую попасть в чай. Вот. И вот, и пирог со смородиной. Это чистый иван-чай. Чистый иван-чай без купажей. Ну да? Ну да. Ну да, настоящий зеленый чай. Зеленый чай. Вот. Угадали. Или рассмаковали. Ну. Очень вкусный. Очень вкусный. Хутка вычерпавши уласное познание, улучшаем шчырость. Наш Иван лековый, али просто чай. Иван-чай, когда собирается, ферментируется, это чай. И им не надо лечиться. Все почему-то считают, что если травы, то ими лечится. Но есть же травы, которые вкусовые какие-то удовольствия доставляют, ароматические удовольствия доставляют. А чай, иван-чай, это чай. Он ничем не хуже, чем чай, собранный где-то в Цейлоне или там в Шри-Ланке. Когда трава правильно высушена, например, чай правильно высушен, он вот так выглядит. Вот они. Настоящий чай. Как настоящий чай. Это вот зеленый чай, иван-чай. Видите, вот целые листики. Если чай высушен в печи, у нас дома печь, то он будет черным. То есть из иван-чая и зеленый. И зеленый, и черный. В зависимости после ферментации и каков процесс ферментации прошел, и где он сохнет, чай получается разный. И делаем мы его специально либо зеленым, либо черным. Не станем хитровать. Про иван-чай, кипрей мы троху подрыхтаваныя. И глядачу, спадзяемся, знаёмы гэтыя высокія мяцёлкі кветак, якія вабяць у яркія водарныя зарзнікі. Дарэчы, у нас расліну гэта называюць скрыпень, таму што калі рвуць з каранём, трава выдае характэрны гук. І здаўна ведалі, што і лісце, і кветкі ўтрымліваюць у сябе безліч каштоўных рэчываў. А скрыпеню на лясных пустках столькі, што хоць касой касі, і касілі, і жалі, і мяшкі збіралі, і везлі да хаты, каб мець смачную гарбату на доўгі час. І яшчэ смаку дадавалі па-сучаснаму купажамі. Если купажы, то невероятное количество из тех трав, что у нас есть. Это к иван-чаю можно добавлять тимьян, можно добавлять смородину, вишню, там, мяту, липу, вереск, цмин песчаный, тысячелистник, все вот это можно скупажировать, и получится разное количество чая с купажом. Зауважам адразу, Маргарыта Траўніца, маючы класічную універсітэцкую адукацыю, біафак, не адмаўляе векавым традыцыям збіральніцтва і назапашванню ведаў, але і не лічаць гэтую справу над архаікай. Траўніца – это та женщина, которая владеет информацией, владеет знаниями, как использовать травы. Не обязательно это будет та женщина, которая лечит, заговаривает, но это будет та женщина, которая знает, как с травами разговаривать, для чего их использовать. Есть даже целая наука по смешиванию трав. Вот. Но вообще, я считаю, что все-таки травами баловаться не стоит. Их надо употреблять тогда, когда действительно это нужно. Либо для удовольствия. Это специи, чаи и купажи чаев. Травницы так и работали. Да, если много хорошо, тоже плохо. Если намешать в одну кучу все подряд, даже те же специи, то вряд ли они принесут какую-то пользу. Разумеется, надо учитывать то, как между собой дружат специи.
то, как между собой травы сочетаются, даже то, где они росли, и то, где они собраны. Поэтому, например, в чае, если делается купаж чая, он делается конкретно под человека, если что он заказывает. И всегда получается, что, допустим, в купаже получается где-то 80-85% чая, и остальное все добавочка. Тогда чай получается действительно ароматный, и это получается чай. Если получается наоборот, то это уже получается какой-то лекарственный сбор. На паличках у нашей гостиной травницы-зелярки шкляные да глиняные слоики-жбанки, по яких рупливо нарыхтованы, любовно спакованы и с ласкавым тлумачением пропонованы лясные и полевые скарбы. Допустим, хмель, да, такой красивый, цветки хмеля. Он у нас растет как сорняк. Да, он у нас не культивируется. Но сами цветки хмеля, из них делается закваска для кваса. Из них, на них варится сбитень. А если их много и заваривается, то темноволосым хорошо ополаскивать голову. Да. А для светловолосых ромашка подходит. Вот. Вишенка. Вишня собирается до того, как появились вишенки, листики собираются. Обязательно ферментируется, потому что лист очень плотный. В чай добавляется. Если лист свежий, добавляется соленье. Ферментируется это такой процесс, когда происходит окисление травы, травка ломается, как брожение. Это своего рода брожение, но оно... То есть не просто высушить? Не просто. Если просто высушить, получается сено. А если лист правильно собран, ферментирован, он действительно пахнет, как пахнет настоящий листик. Вишенка отдает таким миндалем, косточкой такой отдает, когда она хорошо высушена. Малина ферментированная тоже. Если высушить, просто будет сухая и ломкая. А так, ну, оно видно, что он мягенький на ощупь получается. Мята. Мят вообще, у нас все знают, что есть мята. Она есть луговая, она есть перечная, она есть очень крепкая мята полевая. Это мята, это легкая такая мята полевая. Есть мята пушистая, есть мята кошачья, есть котовник кошачий. Это все разные вещи. Они все по-разному пахнут. Есть мелисса. И это тоже другая совсем трава. Смородина. Я когда собираю чай смородиновый, я всегда собираю, еще подсушиваю ягодки. И обязательно подсушиваю и ферментирую листья смородины. Вот сейчас самое время собирать ее. Напросились и мы. Балазе, что тут литерально за углом. Але з дамовай, што атрымаем потым і майстар-клас, пакалі шчыра мала каму вядомы працэдуры ферментацыі. Собираем уже ягодкі, уже даже і пазнавата. Вот такія веточкі, на которых нету ягодок, вот такія надо использовать. Это вірус. Он разрушает зелёныя клеточкі. Нам бы здоровых листиков, таких вот хороших. В такую погоду собирать, недождливую, чтобы они, ферментация хорошо происходила. Если они будут очень влажные, они просто сгорят. Не погребывали и строкатым кустов с подорожником. Ну, эту крапиву насобирается, можно в перчатках, потом пучков навешать. Голову мыть. Да. Да. А заваренные листья, я же говорю, она кровь делает гуще. Угу. Чтобы болезненные не были. Крапивку принимают. Даже уже вот, ну, в пищу ее уже не употребляют? Нет, поэтому? Она уже переросла, если только вот самые макушечки. Угу. Для косметики достаточно. Угу. В косметических, банных целях. Веники, даже когда она побольше подрастет, на веник она подлиннее рвется и такое пожестче. Где-нибудь в крапивных зарослях, там она будет такая покрепче. Дальше в травы идем? Идем дальше в травы. Идем дальше в травы. Вот эти наши одуванчики, сниточка, смородинка. В городе я ничего не собираю. Уезжаем за город, в чистый район, только там я собираю травы. Але гэта выключение для нас, так бы мовить, у ознакомляльных мэтах. Это губоцветная глухая крапива. Называется, в народе она так называется. Лечит травы, но раздражение кожное, зуд снимает. И не стрекается. И не стрекается, она так и называется, глухая крапива, она пушистенькая. Здаецца, два крокі ад горада, ты што там Бячэрск лічыў у горадзе, і адкрываецца нам, дзецям асфальту, такі малавядомы, ці станцаваны невядомы, але самадастатковы свет. Вполне. Там ёсць всё. Мы даже, когда проводили экскурсію з дзетварой,
вот в маленьком микрорайоне, они говорят, ой, сколько же у нас растет под балконом. Я говорю, а если мы выходим в луг, в лес, на поле, там же вообще все, там же целый мир, там кроме трав еще и букашки, и козявочки, и паучки, там много чего, это же целый мир. Вероника Дубравная, вот эти голубенькие вот цветочки, это? Вот это Вероника Дубравная называется, вот. А кроме того, что она такая милая, для чего? Для красоты, да. Это злаковые, это какие-то мятлики, там Тимофеевка, там вот это ежесборная, злаки. Из злаков прекрасные куклы получаются, прекрасные веники получаются. Вообще принято считать, что до солнцеворота, до самого нашего большого дня, принято собирать травы. Они якобы самые крепкие. Но оно так и есть, потому что потом уже сенокос наступал, и уже куда травы-то собирать? Все это скашивалось. Вот до сенокоса надо было травы таки пособирать. Береза. В березе используются почки. Они уже... Все, время прошло. И веники? Веники. Да, березовые ветки используются в куклах. Березовые дубики. Вон, к сосеночке сейчас можно подать. Вот. Где-то в середине мая, вот эти вот, пока они маленькие, вот эти штучки собираются, они вот такие, вот те почки, что стоят у меня на полке, это вот, вот. А здесь рядом обычно такие маленькие шишечки. Вот все это собирается, а потом варится варенье. Время прошло уже, да, ушло. Каждому растению свое время упустишь, уже потом оно не получится. Вообще желательно собирать травы после полнолуния. И желательно собирать травы, если это листики, то до того, как появились плоды. Если это цветы, то как только они начинают расцветать. Если это какие-то травы, предназначенные для сушки, их собирают в сухую погоду. И у каждого растения определенный срок. И это надо соблюдать. Получается, травничество от, ну вот, если начинать собирать шишки, где-то с начала мая и по октябрь месяц. Ну, такие тут у нас угодья. О, там ракита. Куст ракиты. Вот, там. Вот. Ну, боярышник. С ягодками. Тут еще птицы не доели. Ой, ага. Ай, запах какой, да? Там недонос. Да. Калина. Вот, видите, далеко ходить никуда не надо. Все вообще прямо все рядом, вокруг, все да. Рядом с рощей, все. А у нас... Это липа? Нет, это вяз. Это вяз, да. Угу. Это вяз. Ну, липу в городе не стоит собирать, если только где-то ее за городом. У нас в деревне липа. Угу. Что у них такое? А тут нечекано выявился и фольхварк. Нібито сапраўды у казку завітали. І ці не час для головного питання. А з чого почалось? З дитинства, з книжки «По слідам Робінзона». І я по слідам Робінзона я смотрела, як, що размножается, как, какие травы за что отвечают, как чистотелом выводить какие-то штучки-дрючки, как подорожник останавливает кровь, как череда помогает снимать раздражение с кожи и кожу делает красивой, как мель оттеняет волосы, как ромашка осветляет волосы. Это же так здорово. А Янко Маура, здається, у дзяцінстве читали усе. Там шмат пригод з елементами детектива для юних краєзнавців. А для Маргарити – логічний протяг і біофак БГУ, і професійна праця еколога, і зараз ремесло травниці. Мені зараз гораздо приятніше вот, займатися тим, чим я займаюся. Собирати трави, печь пироги, робити чаї, робити кукол, общаться с природой, за спину рюкзак на велосипед, уезжать за травами. Это вот, вот все мое. Это сейчас вот то, чем я живу. Это свобода. И ты не самое жаночее это призвание. А как же? Ведь в женских руках столько магии, столько энергии. Главное на платье не наступить. Час вертаться до справы обяцана, каб на собранном листе парэчкі навучыць прыёму ферментацыі. А магчыма яшчэ якія-ніякія сакрэты, тонкасці выведаць у нашай траўніцы.
Ну вот мы листиков. О, какой. Да, запах. Вот мы листики насобирали. Мы их проверяем, чтобы не было ни козявочек, ни букашечек. Не было тут ничем погрызано. Никто на них не жил. Угу. Так, вот проверяем. По-хорошему надо, чтобы они день полежали и завяли. Когда они станут мягкими, подвянут немножко, завялится. Мы берем, я немного делаю, поэтому берем вот каждый листик и ломаем его, чтобы он получился надломанный. Со смородину обязательно надо ферментировать, она очень плотненькая. Вишню, смородину, иван-чай. Все это складываем в такую в коробочку. И каждый листик ломаем. Помяли, сложили. Застилается здесь салфеточка, и сверху ставится груз. И когда ферментация происходит, это процесс, определенный такой процесс брожения, выделения энергии. Коробочка становится тепленькой, здесь происходит процесс. И когда запах, если это смородина, когда вы чувствуете, что запах очень приятный, смородина, вы открываете, если листики поменяли цвет, они стали такими, такого оливкового цвета, в принципе, ферментация прошла. Если листики ферментацию прошли, чай или вот эти листики разворачиваются и выстилаются не на солнце, где-нибудь в тени, но где проветривается, подсушивается и упаковывается в баночку. Если я работаю с иван-чаем, у меня на приготовление иван-чая уходит 3 дня, и я не могу от него отвлечься. Потому что, во-первых, надо собрать, ночью он подвяливается, день я с ним работаю, упаковываю, день он ферментируется, и потом день я его ворушу, чтобы он хорошо посох. Просто так вот его оставить на солнце, он может либо сгнить, либо заплесневеть, либо на его дождь пойдет, либо еще что-то. Это вот с травами я действительно вожусь. А еще ж треба усе спеці саду городу назапасить. Все это собирается в определенное время, подсушивается, подвяливается, потом подсушивается и очень здорово сохраняется. Здесь и тимьян, и тмин. Ну да. Ну да. Вишенка. Листья вишенки. Вот такой запах остается. И тут нагадалася стародавняя легенда о вучні лекаря, який отправился с заданием знайти хоть бы одну непотребную травинку. Долго-долго шукал, але вернулся с пустыми руками. Чи сапраўды не знайшоў ни одной дробязной расліны, якая б не приносила при найближайшем разгляде корысти. Еще у нас есть цветки боярышника, корень лопуха, корень одуванчика вот свалился. Где он потерялся? Лопух куда всунуть? Лопух – это косметическое средство. Им хорошо подлечивать больки на теле. Его хорошо заваривать, голову мыть, а в лечебных целях он чистит организм. Вот. Угу. Это варенье. Вот оно светленькое. Это одуванчики, очищенные от зеленых корзинок, и только цветочки собранные. Угу. Только желтенькие, только язычковые цветочки. Это сироп, сваренный вместе с зеленью. Несколько этапов. И добавлен лимон и имбирь сюда. И смотрите, тоже вот варенье и сироп. Вот они разные по цвету. Нет, вот хорошо. Вышли мы в поле, берем одуванчики. В какое поле пойдем? Надо же идти в чистое поле. Чистое. Вышли в чистое поле. Чтобы ни железных дорог, ни проезжей части, ни жилых домов рядом не было. Собираем одуванчики, макушечки сощипываем. Приходим домой, чистим. Чтобы там козявок и бочков не было. Заливаем холодной водой, она остаивается. Воду сливаем, горечь убираем. Снова заливаем водой, засыпаем сахаром, настаиваем, подвариваем, одуванчики выгребаем, отжимаем, выбрасываем и несколько раз провариваем. В конце варки добавляем лимон, имбирь, получается сироп. Варенье варим немножко дольше. И сколько же нужно собрать таких одуванчиков? 400 штук на литр воды, 400 головок. Но это получается немного, это получается совсем буквально вот 3 таких баночки. Неинтересно 3 баночками варить, поэтому собираем так по 2 килограмма и больше. И потом с серьезным видом выщипываются оттуда цветочки.
Цікаво, що сьогодні, коли здається усю достатку і ліки, і їжі, і інформація, просто розквіт збиральництва. Але наша щира розмовця з поваги до народних традицій та рецептів окреслює і міру застероги. Вообще, я считаю, что увлекаться как-то травами и использовать их как лекарственные средства, так что вот только травами вылечим лечиться, все. Да, вылечим все, я считаю, что это неверно. Mm-hmm. Но если с умом, в лекарственном сборе тоже надо учитывать, для чего собирается, или там восстановить организм, или там почистить кровушку, или там почистить почки, или там восстановить сердечко, да. Учитывать надо для чего. До речи, навод у мови белорусской межа позначена. Гаючий, лекарственный, лековый, полезный для здоровья. А основание таємничих знахаров, травниц, бабок у старожитности – зрозумелая умова выживания и скарбонка живых ведов. Дар, який сегодня не усім дадены. А у мудрых продков гаючие зелки, лековые рослины, спродвечный природный скарб здоровья, який литерально у дитячую долоньку укладался. Вот такая вот куколка, внутри в ней травки, и здесь у нее травки. Она набивалась по особому случаю. Если кто-то там приболел, сюда что-нибудь очень ароматное, если кто-то спал, сюда, например, мяту, и все это разрешалось тискать, жмякать и с этим баловаться. Вот они, такие травнички. То есть это все равно такая наука, которая передавалась. Да, плюс еще, когда вот эти куколки делаются, они же делаются с определенной целью, значит, в них тоже вкладывается какой-то смысл. Тоже целое дело, тканьку подобрать, куколку набить, травы выбрать, одеть ее, зайчика вот этого свернуть ребенку, да, еще же этот зайчик имеет такую функцию, ребеночка рука правильно формируется, он следит за зайчиком, начинает, то есть настраивается в голове какие-то, даже физиологические процессы происходят. Все эти куклы не просто так делались. И, видать, так глубоко укоренились и гэткие старожитные сродки кантования с природой, с новокольным светом, что и мы в век глобализации и урбанизации по-дитячи доверливаем к ним все знасти, миновито тут свое прихованное «я».